распишу разложение группы движений правильного треугольника на смежные классы по вот этой подгруппе. Итак, пусть роль P выполняет вот эта двухэлементная штука, роль группы G выполняет вот эта шестиэлементная штука. Давайте сделаем следующую простую вещь. Давайте выпишем, что такое ид умножить на p, что такое поворот на 120 градусов умножить на p, что такое поворот на 240, что там у нас еще есть, симметрия относительно прямой АО, симметрия относительно прямой ПО и, наконец, симметрия относительно прямой СО. Ребят, на самом деле, сейчас вы увидите, для чего же это все просто. Значит, смотрите, умножать на дождественную перестановку не проблема. Это будет просто-напросто B само. То есть состоит из поворота на 0 градусов и симметрии относительно прямой АО. Отлично. Еще одну строчку я могу здесь заполнить с абсолютной легкостью. Потому что умножать на симметрию относительно прямой АО тоже крайне просто. Это на ид умножаешь будет АО, на АО на АО будет ид, но поскольку нас интересует множество, то это в точности то же самое, что само B. Да? Так, отлично. То есть, когда я умножаю элемент множества P на P, получается P? Ну, конечно. Конечно. Потому что нас интересует множество, а не то, в каком порядке они там исполняются. На любого количества элементов. Да, да, да. А вот дальше надо думать. Потому что, вернее как, начать заполнять я могу легко. Потому что ид умножать на поворот на 120 – это не проблема. И на, ну, здесь везде относительно… О, ребят, может я… Вот. Итак, а вот дальше интересно, что будет. Здесь то же самое. Поворот на 240 войдет, а вот дальше интересно, что будет. Да? Здесь… Так, смотрите, здесь симметрия относительно прямой ОП умножается на ид. Ну это она и будет, да, симметрия относительно прямой. И здесь то же самое. Симметрия относительно прямой СО умножается на ид, да? Слушайте, по-моему, теорема Лагранжа проваливается. Потому что что говорит теорема Лагранжа? Что у нас все множество должно разложиться на смежные классы. А они все, извините, выглядят абсолютно не похожи. Ну, то есть в двух местах здесь получилось P. Спасибо и за это. Но абсолютно непонятно, что же будет в остальных местах. Ну, а давайте работать. Когда вы поворот на 120 умножаете на симметрию относительно прямой, скажите, пожалуйста, что будет? Поворот ориентацию не меняет, а симметрия переворачивает. Значит, что будет? Симметрия. Будет симметрия. Относительно чего пока не знаю. Так, поворот опять умножаете на симметрию. Будет? Симметрия. Симметрия. Здесь симметрию умножаете на симметрию. Здесь будет поворот. И здесь поворот. И здесь будет тоже поворот. Так. Нам теперь надо понять поворот на сколько и симметрию относительно чего. Ну, проще всего посчитать, конечно. Проще всего, быстрее всего, здесь сделать такую вещь. Расставить наши точки А, Б, С и просто-напросто смотреть. Значит, смотрите, здесь была симметрия относительно прямой АО, точка А осталась на месте. Потом повернули на 120 градусов против 120, значит, перешла в точку B. Итак, реально точка А перешла в точку B. Ребята, это симметрия относительно прямой ОС. Так, хорошо. Теперь давайте здесь смотрим. Была симметрия относительно АО, и повернули потом на 240 градусов против часовой стрелки. Опять, давайте все время брать точку А. Точка А сначала осталась на месте. Потом ее повернули на 240 градусов. Она перешла в точку С. Значит, здесь будет симметрия относительно прямой. Так. Пока противоречий нет, заметьте.
Пока все нормально. Будет ужасно, если у меня сейчас здесь получится поворот на не 100, смотрите, вот здесь БО 240. Вот если здесь получится не на 240, то я провалю. И Лагранж, значит, не верну теорему. А почему? Должно быть одно и то же. Если классы пересеклись, то все плохо. Нет, смотрите, тут написано. Либо совпадают, либо не пересекаются. Так вот, если они мне пересеклись, а здесь пересеклись, здесь вот у меня, смотри, есть ПО и здесь БО, то здесь должно быть 240 градусов. А давайте проверять. Берем точку А. Она сначала осталась на месте. Потом отразилась относительно прямой ПО. Она перешла в точку С. Ребята, вообще-то это и есть просто рисунка. Все. Лагранж одно испытание выдержал. Теперь смотрим здесь внизу. Должен быть поворот на 20. Потому что если нет, то они не совпадут. Хорошо. Берем опять точку А. Сначала она на месте. А потом что произошло? Относительно СО. Она перешла в точку Б. А это поворот на 120. Ребята, а почему проверяли только одну точку? Что? Мы проверяли только одну точку. Почему? Потому что если ты знаешь, что это поворот, и знаешь, куда переходит одна точка, то больше уже не нужно ничего. Судьба одной точки, если ты знаешь, что это поворот, определяет все. Но если это не центр поворота. Центр поворота всегда на месте, а весь остальной поворот по одной точке видит. Принятие на нем. Хорошо, ребят, все, теперь мы должны быть уже на испытании. На самом деле, теперь опять есть проблема. Дело в том, что у меня же бывают другие классы. У меня бывают вот умножение слева, я написал здесь белым, а мог написать ровно те же самые элементы справа. Согласны? Там теорема Лагранжа тоже выдержит испытание. Но давайте, я уже не буду это выписывать, хотя очень советую вам, что называется, в качестве проверки это выписать. И, может быть, даже сегодня, сейчас, кстати, общую теорему докажем, а потом все-таки выпишем теорему Лагранжа. Что в ней написано? Если есть произвольная группа, в которой есть произвольная подгруппа и произвольные два элемента, G1 и G2, то или смежные классы не пересекаются, ну, замечательно, не пересекаются, не пересекаются, или уж если они пересеклись, то полностью. То что? Полностью. То совпадают. Ну, ребята, вообще, если подумаете, то она абсолютно очевидна. Это самая теорема Лагранжа. Объясняю, что значит пересеклись. Это значит, есть такие B1 и B2 из B1 и B2 из подгруппы, что выполняется такое равенство. G1, B1 это G2, B2. Согласны? Это означает пересеклись. Это означает пересеклись. Господа. Вообще-то я теперь легко и просто могу любой элемент вида G1B выразить как G2 умножить, вот давайте посмотрим, на что надо умножить G2. На П. Что? На П. Давайте посмотрим. Вот из этого равенства, как мы можем G1 написать через G2? Мы можем с обеих сторон умножить на P1 минус 1. Получится так. G1 это G2, P2, P1 в минус 1 степени. Так, ребята, вот это, пожалуйста, запишите формулу, потому что я не так много прошу вас записывать. Но вот это принципиально. Когда вы умножаете, надо всегда помнить, с какой стороны вы умножаете. Умножение не коммутативно. А умножить на b может не равняться b умножить на a. Поэтому я сейчас, вот,
Вот как я это равенство превратил вот в это? Я умножил на P1 в минус первой степени, написав P1 в минус первой степени в обоих случаях справа. P1 на P1 в минус первой дало единицу, значит, единицу можно написать. И поэтому такое равенство. Согласны? А теперь внимание, что я пишу. Я вот это вот равенство домножаю, опять-таки справа, на P. И тогда получается G1P это G2. Дальше P2, P1 в минус первой и наш любимый P. Ребята, дорогие мои, смотрите, что я написал. Я взял любой элемент G1 умножить на элемент из подгруппы P. И записал его в виде G2 умножить... А вы понимаете, что это все из подгруппы P? Ведь P2 из подгруппы P. P1 в минус 1 из подгруппы. P из подгруппы. А подгруппа содержит в себе произведение всех-всех-всех. Дошло? Что? P1 в минус 1 из P? Нет, в минус 1 подгруппа должна обратно содержать. Мы же договаривались. Единица обратной и произведение любовь. Да? Вот, хорошо. Таким образом, я только что объяснил, почему G1 умножить на P содержится в G2 умножить на P. Но извините, ровно так же. Если вы мне даете любой элемент вида G2P, вы понимаете, что я вот из этого равенства могу легко и просто G2 выразить через G1. А именно, G1, P1, P2 в минус 1, это G2. Согласны? Умножаю на P2 в минус 1. И значит, я сюда вместо G2 пишу вот этот элемент. Замечательно. Это есть, значит, G1, P1, P2 в минус 1, P. Мне совершенно не важно, что здесь написано. Важно, что они все из подгруппы. А значит, их перемножать, в минус первую степень вводить, будет все равно подгруппа. Все? Теорема Лагранжа доказана. Может быть, кто-то из вас слышал такую малую теорему Ферма. Очень полезная штука. Малая теорема Ферма – это вот что такое. Если есть простое число P, давайте еще напишем, P – это простое число. И если есть целое число, которое не делится на P, то есть несколько формулировок малой теоремы Ферма. Одна из них такая. A в P минус первой степени сравнимо с единицей по модулю P. Есть и другая формулировка малой теоремы Ферма. А именно, есть такое понятие, как порядок числа A по модулю P. Рассказываю, что такое порядок. Это пишешь число 1, а в квадрате, а в кубе и так далее. Понятно, что когда ты зациклишься? По модулю P. Что? Если по модулю P. Да, разумеется, по модулю P. Вот, зациклишься. Ребята, причем, что интересно, не можешь зациклиться сюда. Зациклишься обязательно на единицу. Почему? Потому что если при умножении на А вы получите А квадрат, то вообще из А вы тоже получали А квадрат. И было бы странно, если бы из разных чисел, умножая на не делящиеся на P число, вы получали бы один и тот же остаток. Значит, на самом деле вы зациклитесь сюда. И вот то самое количество элементов в этом цикле называется порядок элемента А по модулю P. То есть это минимальное натуральное число, для которого порядок – это такое минимальное число, что А в степени, что А в степени R дает остаток 1 по модулю P. Так вот, господа, одна из формулировок малой теоремы Ферма P минус 1 делится на R. Давайте я сейчас объясню, почему из теоремы Лагранжа это мгновенно следует. Рассказываю. В качестве группы G мы возьмем все ненулевые остатки отделения на P. Ну, класс остатков, да? То есть 1, 2, 3 и так далее, P минус 1
который рассматривается по модулю P. Операция умножения. В качестве подгруппы, вот эта, которая здесь была подгруппа, мы берем вот этот самый цикл. 1а а квадрат и так далее, а в степени r минус 1. Да? Степень элемента а. Почему это подгруппа? Потому что произведение степеней элемента а – это степень элемента а. Замечательно. Теперь внимательно посмотрите, что утверждает теорема Лагранжа. Вся группа разлагается на смежные классы. Ребята, а вы понимаете, что смежные классы, они по количеству элементов, вот когда вы берете и умножаете на них и сжаете все элементы подгруппы, количество элементов от этого не меняется. Поэтому разложение на эти самые смежные классы – это в точности, в каждом таком смежном классе будет r элементов. Значит, у вас всего p минус одно число, и они разложены на смежные классы в каждом по r элементов. Так, идею поняли? Вот, так что, повторяю, при внимательном отношении к делу, малая теорема Ферма – это ужасный случай теоремы Лагранжа по разложению на смежные классы. А здесь еще? Да. P, которое здесь, это не то, что P там? Это совсем не то. То есть P, которое там, это множество 1а, а квадрат и так далее, а в степени r минус 1. Понятно? Так, тут я чувствую, что… Просто когда много определений, это всегда тяжело. Сейчас будет маленькая контрольная работа. Контрольная работа состоит вот в чем. Значит, ну, понятно, кстати, что когда я здесь переставлю, то надо будет просто все переставить, и теорема останется, да? Так вот, для этой нашей любимой группы, которая состоит из шести элементов, давайте сейчас кто-нибудь сначала в тетради, а потом на доске выпишет. С другой стороны, наложение на смежные классы. Сможете или это сможете? Еще раз что? Я сейчас напишу вам задание. Теорема Лагранжа, я его стираю. Опять у меня G – это группа самосовмещений правильного треугольника. Все, наша любимая простая ситуация. Кстати, вообще не надо бояться вначале рассматривать простые ситуации. Привыкните, определение все поймете, дальше будет уже все легко. Итак, P умножить на 1, здесь поворот на 120. Все то же самое, только… Так, ну что, давайте проверять. На самом деле все правильно. Объясняю, как я это увидел. Вот здесь вот поворот на 120 вместе с СО, а поворот на 240 вместе с БО. А здесь наоборот. Ну, проверяйте умножение.